Почему они не заполнены оружием, эти винные погреба? Приветствую, друзья, мы возвращаемся в Fallout New Vegas. Сейчас я нахожусь в локации, которая называется Salida del Sol Север. Идем мы к колокольне для того, чтобы запустить гала-представление и, наконец, по-видимому, попасть в казино Sierra Madre. Господи, ты здесь. Что ж такое? Призрак-жнец. Ну иди сюда, призрак-жнец. Иди сюда, я тебя жду. Давай. Крутой, да? Ой, зачем я это сделал? Господи, блин, да что же я делаю-то вообще, а? Лежать! Черт, ничего себе, как они метко кидают-то, а? Так, я что-то не понимаю. Лежать, я сказал. Так, оп, стрейфы. Где он? А теперь отстрелить колено. Готово. Чертовы пищалки. Так, мне стимуляторов не хватит ведь такими темпами. Блин, они уже заканчиваются. Ой, что-то все это становится весьма проблематичным. Чертова пищалка. Вот где эта пищалка висит? Если бы тут еще и ловушки на меня срабатывали, то это было бы жесть. Ах ты ж, привет! Так, как бы мне лучше пройти-то? Потому что тут что-то враги прямо. Вихри враждебные реют над нами, как говорится. А у меня даже уже к этой пушке патроны. Скоро будут на исходе. Это не есть хорошо. Run. Беги, говорят. Где-то здесь еще одна пищалка. Хочу ее найти. Где же ты, пищалочка? Я же тебя слышу. О, магазин. Быстро. Все сюда. Так, отлично. И... Нет, показалось, это фонарик. Я вечно здесь фонарики путаю с пищалками. Так, ты не здесь, не здесь. А если сюда зайти? Вот она. Все, минус пищалка. И магазинчик. Берем все. Маркеров не видать. Здесь я могу себе стимуляторы, по крайней мере, заказать в торговом автомате. Блин, голограмма. Все портишь. Ладно, посмотрим, что у тебя есть. Скорее всего, как обычно, ничего интересного, но я все равно проверю. Стимуляторы. Ну, стимуляторы я у тебя возьму, и энергетические батарейки, пожалуй. А продам тебе? Нет, автоматические винтовки я тебе продавать не буду. Нож-копье? Давай, и осколочные. Нет, гранаты что-то тоже лучше оставлю. Всякое случается. Довоенная бейсболка. Так, очки. Вот так. И добьем, думаю, довоенными деньгами. 15. Нет. 6. Вот 15. Ну-ка. А, еще надо. Еще где-то 8, наверное, надо довоенных денег. Ну там, ладно, 7. 7 довоенных денег. Еще чуть-чуть. Ну давай еще. Давай. Сдачи не надо.
все, окей. Принять. Спасибо. Теперь ты торговый автомат. А почему я не могу Enter-1 сдать? Я думал, сдать можно будет. Ну ладно. Тогда мне нужно купить стимуляторов. Вечно забываю, что здесь несколько иначе. Штук 15. Купим для начала. Потом, если что, еще надо будет взять. Вот, ну, когда стимуляторов 20+, то как-то сразу спокойнее становится. Куда я пришел? Почему у меня такое ощущение, что я куда-то не туда пришел? Ну да, я немножко не туда пришел. Run, run, run. Туман. А, окей. Я примерно понял, куда я пришел, как ни странно. И это действительно не туда. Так, вот тут я был. Пройдем лучше снова этот путь. Чтобы я не заблудился. Мне это всегда так легко получается. Прям непринужденно даже. Так, и вот здесь. Нет, не здесь. Где тут был проход? Да, вот он. Ничего интересного. Так, тут был капкан, да, все правильно. Сюда далее. Фонарик лучше выключить, потому что с ним меня слишком легко заметят. Я очень надеюсь, что эти красные маркеры — это тараканы. Туман, что ли? Сохранимся. Давай, окажись тараканом. Так, отлично. Один уже оказался тараканом. И ты оказался тараканом. Ой, красавчик. Пока. Мне кажется, из него разного рода соков больше выпало, чем у него тело по объему занимает. Все, когда враги это рад тараканы, то как-то сразу расслабляешься. Сразу как-то. Возьмем. Тут можно и с фонариком побегать. Это стоп. Это ведь еще не все. Это еще далеко не все. Но мне, правда, хочется верить, что это уже не начало, но я понимаю, что это еще не все. Так, ширмы. О, терминал какой-то. Розовая пижама. Нет, спасибо, мне уже хватит. Заколка, очечки, терминальчик. Личный дневник. И не более того. Ну что ж, ладно. Пусть будет личный дневник. О! Код торгового автомата RAD-X. И я на какой-то крыше. И я вижу маркеры, но не вижу врага. Ну ладно. Не думаю, что это стоит считать проблемой. Меньше врагов. Это не больше врагов. В обычной ситуации я бы выбрал больше врагов, потому что больше врагов — это больше опыта. Ну, это логично. Но, находясь в этом чертовом казино, я что-то склонен предпочитать меньше врагов. Потому что так оно как-то поспокойней. Пш.
обшариваю углы, как какой-то, не знаю, падальщик. Что здесь? Виски. И фишечки. И уборные. Уборные всегда надо проверять. Во! Воздалось! В кои-то веки. Блин, 3 маркера. Будьте тараканами, а? Ну, пожалуйста. Но судя вот по характеру перемещения этих маркеров, это вряд ли тараканы. А еще не понял, как туда попасть. А надо мне именно туда. Окей, видимо, как-то через верх. Ну, я не знаю, как иначе объяснить. Наверняка через верх как-то. Значит, пойдем через верх. А, вот, точно. Не зря, что тут растяжку-то поставили. И капкан еще. Позаботились о том, чтобы встретить. Вентиляция. О, вентиляция. Стимулятор, хорошо. Ну, вот теперь все напряженней становится. Осторожно. Черт, это означает, что там эта дрянь прыгающая. Потому что таракан бы меня не заметил. Давай! Давай, кидай. Ох ты ж, черт! Сказал я, давай, кидай. И он ведь кинул. Так, давай-ка, что у тебя там? Нож копье? Нет уж, в нож копье я точно стрелять тебе не буду. Я тебе буду стрелять в голову, понял? Давай. Разбей ему череп. Вот. Осторожно, конечно, осторожно, блин. Опасность даже, это не осторожно. Опасность означает, что он уже идет. А может и они. Руку повредила, блин, жалко, докторский саквояж, конечно. Давай. Я тебе сейчас колено-то прострелю. Шансов маловато. Надо бить так. Ах ты ж. Черт такой, а? Ну, давай в колено ему. Еще давай. Хватит удары собирать. В колено бей. Ой-ой-ой. Господи, за что мне такие мучения? Что бы тебя там убило этой арматурой? Это ты? В колено. Блин. Наверное, больно было. Ну, последний, а. Чертово колено. Арматура. Арматуры достаточно для того, чтобы их остановить вообще? Тихо, отход, отход, отход. Слишком далеко. Ой, слишком близко. Может, в руку в этот раз попытаться? По-моему, ни разу еще не попал. Ну, разок, может, два. Да вы черти, а! Чтобы все в капканы попались. Все, ну, чуть-чуть же, а! Ну... Чё ж ты такой юркий? У тебя там от колена уже ничего не должно было остаться ведь.
Ну наконец-то! Ведь главное, это я ему не колено отстрелила, просто убил его. У него же патроны кончаются. Все, переключаемся на лазер. С этим у меня получше получается. Давай, сейчас я тебя с расстояния-то, а? Ну, нож копье, а смысл, он в кулачную полезет. В ногу бей. Вот так вот, в кашу его. Так мы выигрывали все войны. Фу. И 22 патрона осталось. Блин, чё я на вилле рециклинг не сделал? Ну ладно, сейчас уже... Сейчас уже, конечно, глупо об этом горевать. 8 патронов. Бешеное просто количество. Хотя можно было бы, конечно, наверное, прикупить. А, кстати. А тут случайно энергопатроны не продаются? Ну, так вот, вот. Ну, просто случайно. Не продаются. А, жаль. И 9-миллиметровки, наверное, да? Ну, вот только винтовочные. У меня, в принципе, есть боевая винтовка, кстати. Я думаю, что пора бы ее тоже, пожалуй, снарядить. Так, нет, не здесь. Автовинтовка. Да, я ее даже отремонтирую. И мы ее определим на шестерочку. Вдруг пригодится. Что-то чувствую, что может такое произойти. Лучше к этому заранее подготовиться. А здесь что за тайный проход такой? Ой-ой-ой. С пищалками. Сейчас найду пищалочку. Фишечка, фишечка. Вот как-то непонятно. Вроде бы слышишь, а непонятно откуда слышишь. Вот это неудобно. Забегаешь, начинаешь искать, находишь. Отлично. Терминал. Снова личный... Подождите, это не тот же? Не, не может быть тот же, потому что... Там пищалки не было. Так что это, очевидно, другой терминал. Дневник-то может быть и тот же. Вот терминал точно другой. Где я? Не там. Вообще какое-то странное место. Ну, это место, оно вообще-то в принципе странное, но все равно странное. Ой, ой, сколько маркеров-то. Вот эти звуки дыхания непрозрачно намекают на то, что, собственно говоря, здесь все же эти монстры. Но я пока ни одного из них не вижу. Что меня напрягает. А еще меня напрягает то, что осторожно. Ну то, что осторожно-то меня не напрягает. Меня напрягает то, что у меня, черт возьми, 6 патронов для головинтовки. Где? Кто? Где он? Наверху. Черт, конечно, наверху. Как я сразу не догадался. И что, они сейчас все здесь собьются, что ли? Тут будет забавно. На самом деле, это реально будет забавно, потому что... Я, например, смогу туда-туда попытаться кинуть гранатку. Ну, как вариант. А вот этому можно в ногу сейчас попытаться шмальнуть? Так. Давайте-ка возьмем лазерный пистолет сейчас. Сохранимся. И побежим. И будь что будет. А что будет? Пока непонятно.
Черт, тут вниз, мне вверх бы. О, скелеты. Обнадеживает. Хирургическая пила. А, привет. Окей. Окей, здравствуй. Куда тебе стрелять, а? Я даже не знаю, куда тебе стрелять. Ну, я другого варианта как в голову все равно не вижу. Как из гуся вода, число. Последние два патрона. А, один патрон. Еще лучше все. Чтоб тебе репу порвало. Не, ну серьезно, почему у тебя такая голова-то крепкая, а? Никакой управы на них нет. Короче, мне кажется, проще убегать. Реально. Как туда попасть-то наверх? Я, черт побери, наверх хочу. Призрак охотник. Где? А, вот этот. Про это я знаю. Спасибо. Ой, тут еще целая куча. Так, что там у нас было там? Вот эта вот винтовочка, да? Тихо, нет, парень. Не-не-не. Точность моя, конечно, из данного оружия оставляет желать лучшего. Только вплотную подходить. Давай. Может, в руку теперь, потому что что-то как-то голову я довольно долго расстреливал. Но один скоро сляжет. Так. В меня тем временем бросаются, короче. Сверху. Ну, прилетает сверху. Бросают, не знаю откуда. Прилетает сверху. Вот так вот. Вы заработали способность чудовищно ранг 3. Вот это сейчас не то, что, честно говоря, меня волнует. Сколько у вас осталось? Там один и там один. И патронов у меня почти не осталось, да? Ну, сбрасывать его сейчас... Ну, в смысле, стрелять в него сейчас глупо, потому что я его добить не смогу. Он там и будет лежать. Поэтому надо дальше просто идти. Да чтоб тебя! Что это вообще? Какого черта ты это делаешь? Взял баллон, в меня бросил. Да успокойся. Колено. Ну и последний, на которого у меня 19 патронов остается. Где ты? Родименький. Какие-то погреба винные. Почему они не заполнены оружием, эти винные погреба? Мне бы помогло. Я, короче, остаюсь конкретно без патронов. Очень-очень-очень конкретно без патронов. И практически без надежды. Но с капканами. Ага. Вот так вот, да? И там двое их. Ой, ребята, идите-ка вы далеко-далеко.
и не останавливаясь. Тоже мне снайпера, а? Нифига себе, он копье метает. О, а тут один, да? Зашибись. Филей. Ногу, ногу оторви. Блин, патроны кончились. Быстрее. Все. Короче, куда мне надо? И где я сейчас? А, спасибо за микроядерные батарейки, конечно, да. Большое спасибо. Если бы я еще помнил о том, что их рециклить надо, то было бы совсем круто. И почему их нельзя покупать? В конце концов, самое обидное. Четыре чертовых патрона для лазерного пистолета. Куда вообще иду? В какой-то веке надо бы посмотреть. О, я уже где-то близко, по-видимому, к месту назначения. Но я ненавижу это место. Серьезно, я уже ненавижу это место. Лютой ненавистью. Пищалку, да? Конечно, давайте, куда без нее? Ну, конечно, как без пищалки-то? Давайте, взорвите меня. Фу. Враждебные цели вижу. Пищалку не вижу. А она меня почувствовала. Ну что ж, на самом деле я думаю, что это путешествие проще будет продолжить уже, наверное, в следующей серии, потому что в этой, честно говоря, уже я... Меня уже поднапрягло. Поэтому давайте продолжим в следующей серии, друзья мои. Надеюсь, что все пойдет нормально со всеми моими там в общей сложности 10 патронами ко всему оружию, которые теперь уже ни к чему не подходят. Спасибо вам за внимание и до свидания.